Совещание проходит в Алтайском крае, в Белокурихе. Участие в нем принимает губернатор Краснодарского края. Главной темой заседания стало повышение инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса России. Необходимость развития курортов не исчерпывается их медико-социальной значимостью. Санатории расположены по всей стране, и для многих городов, районов и даже регионов они могут стать основой для роста экономики, для совершенствования транспортной инфраструктуры, сервисных услуг. Сейчас, кстати говоря, у нас действует 1875 санаторно-курортных организаций. Однако развитие этой сферы сдерживается низким уровнем материально-технической базы большинства здравниц. По этой причине сейчас не используется почти 46% площадей курортных организаций. Чтобы повысить инвестиционную и туристическую привлекательность курортов, необходимо в том числе передавать пляжи, в частности Краснодарского края, в муниципальную собственность. С таким предложением к президенту выступил Вениамин Кондратьев. По его словам, договоры на аренду пляжных территорий заключает